чудо-напиток. Умирающего на ноги поставит. Итак, для чудо-средства нужны всего три ингредиента. Чеснок, мед и яблочный уксус. В сочетании этих компонентов грозное оружие в борьбе со многими болезнями. Астма, артрит, гипертония, бесплодие, импотенция и даже рак. Все эти ужасные заболевания не могут устоять перед целительным эликсиром. Действие лечебного напитка объясняется мощным повышением иммунитета и снижением уровня плохого холестерина в организме. Этот рецепт оправдан многими пациентами. Уже через 2 недели постоянного приема смеси из чеснока, меда и уксуса даже у больных с тяжелой формой заболеваний наблюдается улучшение. Все благодаря комбинации исключительно важных для организма составляющих. Этот целительный напиток не имеет побочных эффектов и полезен не только тем, у кого имеются проблемы со здоровьем. Даже для совершенно здоровых людей эликсир из меда, чеснока и яблочного уксуса – настоящая находка. Принимая его каждый день, ты обезопасишь себя от сезонных инфекций и укрепишь защитные свойства организма. Тебе понадобится 1 чашка яблочного уксуса, 1 чашка свежего натурального меда и 10 зубчиков чеснока. Приготовление. Очистить чеснок от кожицы. Смешать целые зубчики чеснока с уксусом и медом. Помести смесь в плотно закрывающуюся банку. Хранить целебный напиток в холодильнике. Как употреблять? Принимай 2 столовые ложки лечебного средства натощак. Можно запивать его водой или чаем, но обязательно не есть еще 15 минут после употребления эликсира. Результат после употребления чесночно-медового напитка ты ощутишь уже на 5-й день. Исчезает слабость, головные боли, улучшается пищеварение и общий тонус организма. Такое лечение показано всем страдающим от анемии, бессонницы, астенического синдрома. На ранних стадиях развития рака напиток способен катализировать защитные силы организма и запустить механизм выздоровления. Используй на себе этот ценный целебный напиток, и с наступлением холодов никакие инфекции не будут тебе страшны. Мы поделились, а вы, кому хотите добра, можете поделиться тоже.